Он также отметил, что цены на отдых в Краснодарском крае останутся доступными для всех желающих. Каждый сможет выбрать отдых по комфорту и кошельку. А сервисы и качество будет не хуже турецкого, а то и лучше. Наши люди должны понимать, что, во-первых, отдых здесь безопасный. Во-вторых, это наши продукты. Сегодня они уже однозначно наши. И сельхозпродукты, и все продукты питания. Они отечественные. И не важно, что они из Краснодарского края или из других регионов страны. Это все равно наши отечественные продукты. И безопасность в первую очередь. Это наши побережья Краснодарского края, побережье Крыма. Это российское побережье. Глава региона также подчеркнул, что ни он, ни его семья никогда бы не поехали в страну, где есть угроза для жизни и здоровья. А на Кубани сегодня делается все для стабильности и безопасности жителей региона и гостей края.